отягощенная карма в моей жизни мешает мне справиться с этим. Я это понимаю, именно поэтому я читаю мантру «Ом Мани Падме Хум», которая поможет мне справиться с вот этой омраченной кармой. То есть с чем должна помочь справиться? Быть добрее. Именно поэтому в свое время было создано вот эти 5 мантр доброты, которые в свое время выложил даже в интернете. Это 5 мантр, открывающих сердце человеку. Это «Намо сарвата тагатанам куру куру муру муру каруне каруне читам отпадая пагавати сарвапая мена соха», «Намо сарвата тагатанам ачинтя висани» и так далее. То есть их там 5 штук, и каждую из них я по 108 раз читаю. Такое видео есть. Оно удивительное, оно избавляет человека от заболеваний, делает его добрым, делает человека везучим в жизни и так далее. Но самое основное качество, самое необходимое, то, о чем необходимо помнить, это иметь возможность и иметь желание быть добрым человеком. Таким образом, у человека исчезает его карма. Даже когда вы порычали, не злитесь подолгу. Потому что когда человек поругался, и потом он месяцами обижается, то вот этот месяц вы проявляли и накапливали злость. Вы ее не могли у себя высечь и перестать злиться. Прав, не прав, неважно. Главное – ваш поступок. Вот какой он? Длительно быть злым – плохо. Это плохая карма ваша, ну и, как правило, еще и ваших детей.